Филипп Бедросович, ребята из Рыбницы, мы, пользуясь случаем, хотим пригласить вас к нам в Рыбницу, если у вас будет такая возможность приехать, посмотреть этот город, который вырастил этих талантливых людей. И очень большая просьба, передайте привет рыбничанам, они очень болеют за это. Ну, правильно, пусть болеют, пусть шлют свои смс-ки, завтра это очень нужно, очень нужно. Поддержка нужна, смс-ки нужны. Приеду, обязательно приеду, только мне нужно сначала заслужить это право приехать, потому что я вот человек очень суеверный и не раздаю каких-то лишних авансов, комплиментарных слов каких-то, потому что я очень боюсь сглазить что-то, боюсь вперед батьки в пекло. Лучше я обещаю, что я, если у нас все пройдет сейчас хорошо, то я обещаю приехать, конечно же, приехать. Ну, я же должен посмотреть родину этих потрясающих артистов, которые уже один раз взбаламутили шоу-бизнес на конкурсе «Новая волна» в Сочи и заставили о себе говорить. Никто даже предположить не мог. Ну, ходили там трое таких симпатичных ребят, репетировали что-то, которые раз преобразились на сцене до такой степени, что не оставили равнодушным ни одного человека в зале, не включая жюри. Поэтому я должен посмотреть, где такое чудо родилось, и где оно выросло, и хотя бы с родителями познакомиться, потому что я для них сейчас в какой-то степени, может быть, их заменяю, хотя в душе такой же молодой, как и они, может, поэтому и спелись вместе, и у нас пока все получается. Спасибо. Вам спасибо.